Если в автобусе есть ремни безопасности, ими необходимо пристегнуться. Об этом пассажирам общественного транспорта решили напомнить инспекторы ГИБДД и активисты международного проекта по безопасности дорожного движения РС-10. На Ивановском автовокзале состоялась профилактическая акция. Пассажирам, отправляющимся в междугородние поездки, выдали специальные листовки. Непристегнутые ремнем безопасности люди во время ДТП рискуют получить травмы большей степени тяжести. Также не стоит забывать, что в случае проверки непристегнутым пассажирам придется заплатить штраф в размере 1000 рублей. Во время работы на линии любой инспектор может остановить автобус и его проверить. Также мы проводим специализированные мероприятия, массовые проверки. Проверяем водителей автобусов не только на наличие документации, их техническое состояние, но также пристегнуты ли ремнем безопасности его пассажиры. Ни пассажирам, ни водителю не стоит расслабляться и помнить прежде всего не о том, что им грозит штраф, а о том, что ремень безопасности реально способен сохранить жизнь и здоровье человека.